Все козы. Ага. Точно да. Сыр, сегодня их очень много. Ну да, наверное, здесь сыр делают. Скорее всего. Иначе зачем столько коз? Целое пастбище тут. Интересно, что они пасутся на этом. Как будто издалека кажется маленький бычок. Ага. Коровки пасутся, где видишь? Не на траве, вон там. Мне кажется, это раньше то, что то, что они едят, вещи не шли. Точно. Какой-то корм. Да, все правильно. Все правильно, это яблоки или какой-то корм, это апельсины. Фрукты какие-то, да. Сейчас посмотрим, что это за фрукт. Помидоры, что ли? Слушай, сколько помидоров? Пойдем собираем. Да. Можно здесь, можно помидоры больше не покупать. А то и птицы там не берут. Смотри, сколько здесь. Вообще, откуда они их берут? Ну, все полей. Наверное, рядом поля. Вот эти, может, парники мы видели? Ага. Вроде помидоры это. Не знаю, точно не знаю. Притом, смотри, они их здесь положили, здесь. Ну, чтобы козы гуляли. Чтобы они себя вольготно чувствовали, что ли? Да. Очень, очень интересно. Да, вон там получается. Сейчас посмотрим. Вот за ними смотрят, что-то там. Камера трясется, ветер такой. Находимся в Испании, на острове Тенерифа. На острове, в котором всегда весна, как нам сказали сами испанцы. То есть так и называется весенний остров. Да и валом там этих козлов. Козлов на этом острове валом. Смотри, тут какой-то здоровый, прям видишь, это зеленый. Ага. И вот за зеленым прям стоит такой. Чуть-чуть с правой стороны, да? Громила какой-то. Я такие больше не вижу. Да. Такая вот жизнь здесь. Что, пойдем дальше. Смотрите, Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд.